Всем привет! Сегодня я хочу записать новое видео о новой богине, о новой музыкалке, что для чего нужно и как прокачивать. Да? Для начала максимально прокачанное музыкальное оружие. Ой, туда, да. Вот. Если у вас прокачаны все 4, да, вот 1, 2, 3, 4 максимально прокачаны они должны быть вот здесь. То есть в статах они все прокачаны. У вас есть возможность апгрейда обычных вот этих вот классических музыкальных инструментов к музыкальных инструментов будущего. Для этого вам нужно, внизу появляется кнопка, да, вот здесь усиление этого музыкального инструмента завершено, написано. Появляется кнопка, благодаря которой можно делать апгрейд. И для апгрейда просит один камень, требует, скажем так. Этот камень вы можете купить в событии, да, с музыкальными шкатулками, вот такими вот. Значит, вот обмен, и это вот такой вот кристалл будущего, запечатанный кристалл мелодии будущего. Просит один, я не знаю, будут ли просить на каждое из оружия, пока просит один, дальше требует прорыв. Вы берете этот кристалл и используете, дальше оно у вас вот здесь вот. Музыкалки, да, вот появляется вот такой вот возле атрибутов музыкальный инструмент будущего, да, но он не используется, вы не можете его нажать, пока не соберете новую богиню, да, вот музыкальную богиню мелодии F. Только если вы соберете богиню мелодии F, у вас откроется вот этот вот музыкальный инструмент будущего, вы на него сможете нажать, и у вас появится вот такая вот еще дополнительная вот богиня с нотами, да, скажем так. Для того, чтобы открыть третью ноту, вот эту вот третью ноту, вам нужно богиня плюс 3. Для того, чтобы открыть четвертую ноту, вам нужно богиня плюс 5. И для того, чтобы открыть пятую ноту, вам нужно богиня плюс 7. Плюс седьмая богиня активирует 5 нот, да? Для плюс седьмой это 440 осколков, в принципе, нужно. Дальше вы прокачиваете, эффекты получаете те же самые, как и у обычных гитар, да, тоже те же 3-7-9% бонуса. Вот. И также при прокачке, вот и музыкальные инструменты классические, дальше у вас появится кнопка музыкальные инструменты будущего, вы его прокачиваете, да, обычными камнями, теми, которые и первые прокачивались. И дальше для прорыва вам требует 30 камней, музыкальных камней. То бишь, еще нужно для прорыва камни. Я вот в эту акцию, не я, а вот хозяин персонажа, не успеет, потому что не хватит камней, еще один раз купит, то есть будет 20, а в целом нужно 30 камней для того, чтобы сделать апгрейд до следующего. И я не в следующую акцию, когда это будет, мы уже снимем видео о том, нужно просто 30 камней или опять же потребует еще один вот этот музыкальный камень будущего, вот такой вот кристалл будущего, да. Вот это вот, кстати, там богиня, да, мелодия. Она очень даже прикольная. И по статам, и по внешнему виду, по статам криты и атака, это очень даже хорошо, на основу особенно. Очень много крита дает. В принципе, на основу можно 4 таких собирать и вкачивать. Они очень круто зайдут любому на основу. В принципе, я думаю, что по принципу, по прокачке, по открытию я сказал все. Если еще будут какие-то вопросы, пишите в комментарии, я постараюсь на них ответить. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.